Что, служила в органы какой-то, вы там не пили, а вы вот, знаете? Я все умею, и пить буду. Вот я знаю, вот, где и когда. А вы в органах служили? Да. Кем? Руководителем, последняя моя была. А звание было? Вот полковника. Серьезно? До полковника, вот когда я в Омск приехала, чтобы квартиру родителям не отобрать. Меня потом 3 года еще, задом наперед. Говорит, приходи, ну, возвращайтесь, нам руководитель вашего уровня нужен. Я говорю, я не те уже. Есть такое понятие, профессиональное уже выгорание. Когда ты не можешь на народ, за тебя от этого выдолжить дошло. Оно считает, что они сильно порядочные. А что, пенсия-то повышенная хоть? Когда у меня спросили, для одной для себя не делали. И детям было моих, хватит. Голосовать пойдете в сентябре? Еще до 19 сентября, правда? Да. 17-е, 18-е. Это пролетит. Поэтому я и отзвонюсь и спрошу, а кто там подает свой голос? И как ты сказала, вам чем вот это власть пока? Тут отдельные личности, говно. А сама дурь власть, я 90-е пережила, когда нас предала. Я говорю, я больше не хочу. Чмыри зачмыренные 17-1917. Когда мне тоже один дядя сказал. Видно, за коммунистов, а не он рвет жопу на портянке. Я говорю, я бы с коммунистами уже выжилась. Вы, говорю, жили, а народ выживал. Только, говорю, народ пил, курил, и ему глаза замазали. Коммунистов даже слышу. А мне он говорит, ты ж сама коммунистка была. Поэтому я и увидела, как они эти кочевряжцы от народа. Я говорю, а когда на голосование ходили? 99,9. А говорю, а на 0,1? А 0,1? Кто-то заболел, кто-то успел помереть, и да, его не вычеркнули. Так бабки тоже начали выступать. Кто не придет сюда, надо против того, уголовное дело выпускать. Слушайте, шлюхи все старые. Вы, говорю, в 1917 году уже всю царскую Россию протрахали.